Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем вам огромнейший привет. Ну реально, всем привет. Серьезно, всем привет. Где мы с вами находимся? Сквер, Бытха, ё-моё. Один знакомый застройщик все это сделал. И, конечно же, благодаря этому скверу Бытха стала еще привлекательнее. Потому что можно сюда подъехать, поставить свой прекрасный автомобиль. Ну и, конечно же, посмотрите, Бытха, легендарная богиня в образе мифической птицы в эпосе верования у быхов одного из племен черкесского народа, населяющего территорию Сочи в прошлом. Итак, это было сделано 26.12.2017 года. Что здесь интересного такого есть? О, собачек запрещено выгуливать. Ну как так-то? Как же без собак-то? Ё-моё, как же без собак? И вот здесь тоже у нас, видите, есть такая площадочка. Кстати, красиво здесь, вот даже зимой здесь прекрасно и замечательно. Давайте мы с вами немножечко пройдемся. Вот здесь можно посидеть, отдохнуть. Вот такие вот елочки есть, можно наряжать. И здесь есть и игровая площадка, и есть, соответственно, площадка спортивная. А здесь строится у нас жилой комплекс «Кислород» по федеральному закону 214. Но его показывать мы не будем, потому что его показывали все, кому не лень. Поэтому не хочу быть как все и не хочу туда бежать. Тем более ценник там, мягко говоря, на адекватность мало претендует. А вот соседний комплекс, да, посмотрите, какой красивый бизнес-класс, полноценный, настоящий. Его сейчас, наверное, мы с вами и заснимем. Смотрите, цветочки растут, вы представляете? Цветочки растут. Также здесь есть детская площадка, помимо всего. Ну и, конечно, такой вот интересный такой получился сквер. А вот мы посмотрим этот дом, потому что здесь есть одна классная квартирка. Кстати, здесь проходит ипотека любых банков. И она прям смотрит, эта квартира прям именно вот на эту территорию. И я себя ловлю на мысли, то, что, наверное, вот в этом доме бы, учитывая, что здесь будет паркинг вот за офисом продаж, трехэтажный, трехуровневый, я бы, наверное, хотел бы в таком доме зить. Итак, вот собаки есть, хотя, наверное, собаки читать не умеют, что собакам вход воспрещен. Ну да ладно. А может быть, собакам вход воспрещен? Может быть, у некоторых людей, наверное, не знаю, там, наверное, хозяева злее, чем собаки. Ну вот как бы так. В любом случае, давайте попробуем посмотреть квартирки. Я, кстати, никогда не снимал этот сквер, а сейчас хоть заснял для вас. Теперь вы видите, какие есть интересные места в прекрасном городе Сочи. И попробуем все-таки с вами, попробуем с вами что сделать правильно. Отснять этот прекрасный дом. Во всяком случае, он мне нравится. Дринк. И мы с вами оказались в квартире в 95 квадратных метров. Цена данной квартиры 27 300. Кстати, классная квартира. Находимся мы с вами на высоком этаже, на 12 этаже. И действительно, такая квартира, можно сказать, полноценная. В такой квартире можно уже жить, есть, спать. Ну и, конечно же, здесь вида на море нет, но здесь вид на горы по-своему хорошо, на жилой комплекс Моревидово и на частные классные домики. Да-да, именно так. Ну и, кстати, цена 290 тысяч рублей за квадратный метр. Ценник более чем адекватный. Ну, по меркам Сочи, по меркам того, что здесь и почем продается. Кстати, вот здесь тоже, да, вот смотрите, такое место такое, прям просится поставить обеденную зону и наслаждаться. О, нифига себе! Вон еще и море видно. Офигеть! Еще и море здесь видно. Не, классно. Да, квартира за эти деньги, в принципе, довольно-таки неплохо. Чем данный комплекс отличается от ближайших конкурентов? Ближайшие конкуренты не имеют возможности предложить вам квартиры более чем 42 квадратных метра. А здесь вы получаете 60 квадратных метров. И вот, кстати, вот эту квартиру тоже 83. Она 60 квадратных метров, цена 18 900. Ну, грубо 19. Это 320 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь у нас вот такой санузел. Ну и здесь, конечно же, можно сделать изолированную спальню. И получится такая хорошая кухня-гостиная. Классный, кстати, вариант. Тоже, считаю, один из самых удачных вариантов. Лоджии, все красиво, все прекрасно. Единственное, здесь удручающий есть вид на те же самые
не знаю, там, на те же самые дома, ну, такие, ну, не дома, а жилые гаражи, но в целом здесь все хорошо, прекрасно и замечательно. Да, кстати, здесь еще есть квартирка 67 квадратных метров, цена будет 21 миллион рублей. Давайте тоже попробуем ее посмотреть. И данная квартира у нас планируется гораздо проще, да, потому что здесь мы с вами можем также сделать зонированную комнату. И, соответственно, здесь же у нас еще имеются такие застекленные лоджии. Тоже большой и огромнейший плюс. Ну, реально, большой и огромнейший плюс. Ну и здесь, конечно же, один из плюсов – это вид. Это вид. Знаете, кто-то сказал бы из моих подписчиков, бомбический, порнографический вид на море. Такой вот вид прямой, который и должен быть. В целом хорошо все, прекрасно. Здесь квартиры есть и поменьше, но все-таки квартиры поменьше размером, это больше про студии, но хорошие такие комфортные студии. А вот сейчас я вам покажу квартиру соседнюю. Да, вот, данная квартира этажом выше, стоит немножко подороже, она стоит 50 миллионов рублей, но данная квартира 113 квадратных метров. Особенность данной квартиры заключается в том, что данная квартира абсолютно видовая. Просто бомбический вид на море. Давайте тоже вам покажу. Вид на море. Вид на площадочку. Вид на соседние стройки, где маленькие такие, маленькие где культурные общежития. Ну, а это дом бизнес-класса, поэтому, соответственно, любой нормальный уважающий человек, конечно, захочет здесь купить. Другое дело, что ценник, да, вот, например, вот на этажом выше уже 450 тысяч за квадратный метр. Но, опять же, это у нас стояк самый такой видовой, самый красивый, самый интересный, самый замечательный. И, само собой, вот если мы с вами посмотрим, даже вот здесь, да, если сделать зону, столовую, ну, вид бомба, ребят, вид шикарный, вот и морской порт видно нос, не, супер, ну, супер, и горы здесь будет в хорошую погоду, отлично видно, ну, вот такой квартире, конечно, бы я хотел, и самое главное, что здесь будет еще возможность выйти на открытый балкон, вот в этой квартире именно есть открытый балкон, этот балкон будет открытый, и с балкона будет вид на море, и вид, соответственно, на гору. Действительно, хороший вариант. Дом полноценный бизнес-класс. И, кстати, тоже этажом выше. Можно взять квартиру 60 квадратных метров. Она будет соседняя. И ценник у нее будет 25 миллионов рублей. Тоже из-за того, что здесь вид немножко поинтереснее, чем те квартиры, которые мы начинали снимать. И за счет этого получается, конечно же, ценник выше. Но вот здесь вы сами видите, просто обалденный вид идет, в том числе и на море, даже с маленького окошечка. И вот здесь вот с этой застекленной лоджии тоже, в принципе, обалденный вид. Все это вы можете посмотреть. Хорошая квартира, однозначно классная квартира. Тут даже и разговоров не может быть. Хороший вид, дом полностью монолитный, нет блочного заполнения. Соответственно, такие дома пользуются спросом, потому что здесь просто потрясающая шумоизоляция. Ну и, конечно же, здесь ты себя чувствуешь действительно, знаете, как когда садишься, например, в автомобиль, да, например, Volkswagen, например, Touareg. И вот, например, китайский аналог. Вроде бы снаружи одинаковые, но Volkswagen, как только начинаешь ехать, ты понимаешь, двигатель, да, такой динамичный. Или, например, там то же самое, например, шумоизоляция и так далее. И вот дома то же самое. Вроде снаружи они выглядят примерно все одинаковые в Сочи. Но когда ты начинаешь жить, ты понимаешь, что эти дома монолитные, построенные как положено. В них жить гораздо комфортнее и лучше. Ну, хотя есть люди, кто покупает китайцев, даже я себе купил китайцев, не себе, а дочке. А есть люди, которые, не знаю, там, покупают себе, не знаю, те же самые, например, вот, бренды, за которые готов платить за качество. Здесь, в принципе, ребят, по большому счету, это у нас бренд,
Но вот если, например, посмотрим мы цены, да, начинается цена от 290 тысяч рублей за квадратный метр, 290 минимальная цена, то, в принципе, даже дешевле соседнего лютейшего эконома. Поэтому, ребят, выбор за вами, думайте сами, решайте сами. Мне лично этот комплекс нравится. Пока.